первая встреча с этим соперником и первая половина сегодняшнего матча выдалась достаточно тяжелой, и соперник даже местами переигрывал. А в чем причина? Это недостаток настроя у «Алмаза» или «Львы» не позволили своей игрой «Алмазу», собственно, показать тот хоккей, который он может? Да, в принципе, может быть, и вышли недостроены, но «Львы» борются за плей-офф. Если они не попадут в плей-офф, то они из лиги выйдут. Так что им надо сейчас брать очки. Они кусаются, стараются зацепить очки в каждом матче. Но нам тоже очки нужны. Поэтому, может, какой-то недострой был. Собственно, очень результативный получился третий период. За счет чего, опять же, это больше немножко фарт? Удача повернулась лицом к «Алмазу» или что-то другое? За счет чего стали забивать? Ну, мы стали активнее играть. Смены пореже были, поактивнее. И конечно, удача в каком-то смысле нам улыбнулась. Очень большое количество удалений, игры в неравных составах. Это больше вопрос эмоций или, скажем так, попытки соперника уже действовать силовым методом, потому что команда показалась более габаритной? Да, эмоции зашкаливают. Счет неизвестный. Ну, скользкий. Скользкий, да. И где-то, может, суету наводили, неразбериха начиналась. Вот и получалось, что удаление. После неудачных матчей в Ярославле вот эта победа, вот эти победы, они добавляют эмоций положительных? Можно уже, скажем так, вернуться на тот уровень, который был, когда у «Алмаза» была такая длинная победная серия? Тогда поедем на выезд с хорошим настроением, с победами. Будем также работать дальше.